Иное измерение русской культуры. Алексей Васильевич Кольцов. Поэт и няня. Читает Евгений Празднов-Брюшковский. Няня, няня, правда ли это, что здесь сказано поэтом? Будто мне не век играть, что достанется узнать девушке девичье горе, своенравное, как море, и что мне теперь так мило будет горестно, постыло, что привыкну тосковать и украдкою вздыхать. День ли весело проснется, дева дню не улыбнется, выйдет с грустью на крыльцо освежить свое лицо, поглядит ли на дубравы, на невинные забавы, на шелковые луга, на зеленые брега, все под твердью голубою дышит радостью земною, ей лишь скучно, и слеза оросит ее глаза. И не верь, мое дитя, они гуторят, шутя, их ты сказкам не внимай, плюнь на книжку, пой, играй. 1833 год. Читано по изданию. Стихотворение и письма Алексея Васильевича Кольцова. Полное собрание. Вновь исправленное и значительно дополненное издание под редакцией Арсения Ивановича Веденского. Второе издание. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1901 год.